Из-за непогоды в минувшие выходные на трассе Астана-Боровое произошла жуткая авария. Ее очевидцем стал 50-летний Жекитай Кумарбек. Как рассказывают свидетели того ДТП, мужчина, увидев покореженный после ДТП автомобиль, бросился спасать пострадавших. Ему удалось вытащить из машины 2-летнего ребенка и освободить уцелевшего водителя автомобиля. Во время попытки спасти остальных пассажиров Жекитай Кумарбек попал под колеса приближающегося автобуса. И вот сегодня в ДВД Акмолинской области рассказали, что могут представить Жекитая к посмертной награде. По итогам расследования уголовного дела и установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, нами ДВД будет рассмотрен вопрос о вынесении представления погибшего Жекентая Кумарбекула за совершенное им мужество, храбрость при спасении человеческих жизней в экстренной ситуации.